В этом году фестиваль пройдет в новом формате. Организаторы решили показать доброе детское кино широкой аудитории детей. Летом к морю съезжаются много ребят со всей России. И киномалышок будет показывать им художественные мультфильмы, специально отобранные жюри. Будут фильмы, артисты, хорошее настроение, мороженое, эскалатор. Вот. И тетя Таня Трошевич, так зовут добрую фею этого кинотеатра. Открыл кинофестиваль фильм Тимура и его команды, режиссера Натальи Галуза. Проект создавали кинематографисты Беларуси, России и Украины. Картина рассказывает о приключениях городских детей в деревне. Десятилетний Тимур, приехав на лето к дедушке Корнею, находит в сарае книгу Тимура и его команда, прочитав которую, решает создать свою команду для помощи тем, кто в этом нуждается. Бесплатные показы фестивальных фильмов будут проводиться в кинотеатрах Анапы, клубах, детских здравницах, домах культуры и кинотеатрах городов Краснодарского края. Кроме этого, в программу фестиваля войдут лучшие анимационные фильмы России. Всего примут участие 30 полнометражных работ. «Киномалышок» продолжит свою работу до 21 сентября и завершится традиционными конкурсными показами лучших детских фильмов.